Вот из песен, которые как-то уже стеснялись вспоминать люди, и даже на старых магнитофонных лентах имена эти выпадали, и какой-то вот джентльменский перечень исполнителей был известен по имен: Аркадий Северный, Костя Беляев и другие знаменитости подпольного жанра 70-х годов. А иногда уже вот от руки написаны еще наливной ручкой, не шариковой, имена, они, там можно было увидеть записан Высоцкий, кто-то еще из бардов, там Галич. А иногда стоял аноним, аноним, аноним. Вот на таких лентах можно было найти что-нибудь совершенно неуместное, вот, не современное, но обладающее каким-то гипнотическим шармом, который, как говорится, гурманы могли оценить, но только они. Вот из таких песен монолог странного человека, которому не повезло, сперва повезло, потом не повезло. У нее, конечно же, есть автор, но нам она попалась в свое время без имени, без фамилии, как будто послание в бутылке, чья-то исповедь. Сроду я не знал своей сберкнижки, всюду говорил, что деньги зло. У Васька играли мы в картишки, мне в тот вечер крупно повезло. Мог я эти денежки, к примеру, прокутить в центральных кабаках, а я купил приемник «Атмосферу», тот, что на полу проводниках. Думал я, когда пройдут морозы, эх, рванем на Истру благодать, сядем с Нюрой около березы, а рядом будет музычка играть. Приношу приемничек шикарный, и как был в родиновом пальто, захожу в наш узел санитарный и сажусь, вы поняли, на что. Узнаю, запущен новый спутник, Витя Понедельник гол забил. А год назад какой-то шалопутник президента Кеннеди убил. Вдруг стучат конвой, куда-то едем. Тут не стать на это, не взгляни. Видно, ждать наскучило соседям. Куда надо, стукнули они. Прокурор был дико возмущенный, странные вопросы задавал, будто я через узел совмещенный, да-да, а Пентагону тайны передавал. Зря я был от радио в восторге, отвернулась от меня родня. Вспомнил в фильме я, кто бы доктор Зорге. Это все как будто про меня.